И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World. Все так же с модом Arkham's Life. Господи, это же уже давным-давно было. Afterlife, конечно же, Afterlife все так же на сервере Savage. Наверное, я не снимал на 3. Вообще не снимал. То есть, даже как-то, знаете, заходить желания не было. Вот, по ряду событий я заходил на несколько часов, вообще ничего не получалось, короче, сделать и так далее. Вот, и в итоге я решил, что нужно что-то менять. Во-первых, я начал строить дом. Начал строить ту задумку, которую я изначально хотел делать. Кстати, мегалодона я просерил. Меня угорь оглушил, и тьма мегалодонов загрызла. Вот, я чуть-чуть не успел как бы прийти, ну да ладно. Вот, собственно, вот моя бравая армия, и суть-то дело в чем. А, кстати, помните, я оставил ковш, и я дизель весь в него закинул, и поставил на жемчуг. Да, кстати, классная штука, вот весь жемчуг, который добылся с 39 дизеля. Ну, вполне себе неплохо. Как это долбанный мотопед, блин, водяной запустить, я так и не понял. Это полная Г, он пережал все кнопки на клавиатуре, не запустился. Да-да-да, дизель я обязательно ложил вовнутрь. Не канает. Ну, да и фиг с тобой, короче, думаю. Не канаешь, так не канаешь. Вот, у меня тут еще какой-то там сосед появился, и что? Да и все, пожалуй. Из-за чего у меня не было желания еще и заходить по большей части. Не из-за того, что я там что-то не хочу делать и так далее, а появилось у администрации сервера такое предложение, то есть как бы вот этот сервер, так сказать, продать. Или отдать, я так и не понял. Ну, в общем, суть в том, что этот сервер передать другому человеку, а развиваться на Рагнароке. В чем весь прикол? На этом сервере играет 1, 2, максимум 5, на Рагнароке 25. Причем реально, я заходил в списочек, такой списочек Savage Center реально 5, а в этих на Рагнароке 25. И это ни капли не шутка. Вот, это как бы так оно и есть. Поэтому, как бы, ну ладно, Afterlife'ом давайте посмотрим на Рагнарок. Посмотрим на Рагнарок карту. И раз у меня есть такая возможность уже прокачанным туда переместиться, тогда почему бы мне это и не сделать? Кстати, моя причесочка. Единственная открытая прическа и усы. Именно только такие они у меня открыты. Собственно, почему бы туда не переместиться? Здесь, как вариант, в скором времени будет вайп, поэтому... Тем более, если я перейду на другой сервер, то, соответственно, сдерживать администрацию некому будет. И, соответственно, здесь, как вариант, будет вайп. Ну, а мы, собственно, переместимся на Рагнарок. Вот такую-то дождливую погоду. Говорят же, вот если в дождливую погоду, ну, идет дождь, значит, природа плачет, да? Ну, собственно, плакать нам не нужно, а нам нужно идти вперед. Перемещаться я буду через луч, поэтому, блин, через луч попробовать с помощью парашюта переместиться сюда. Ну, остальное уже доплыву. Не хочу я лететь на птерчиках и так далее. То есть... я хоть серверы ухожу, но все равно я не хочу, чтобы... Я такой меркантильный. В общем, я такой человек, который... Жалко даже прирученных в игре животных. Вот. Ну, собственно, к лучу. Ну... 5 секунд полет нормальный. А как уж долетим, не знаю. И долетим ли вообще. Ну, с другой стороны, даже если не долечу и помру, то я просто-напросто респаунусь где-нибудь там, где есть лучи, и все.
Но я думаю, я долечу. Даже, как вариант, перелечу. Просто я хотел все-таки проверить. У меня, видите, там тот же лучше респается. Но мне было интересно, смогу ли я оттуда долететь на парашюте вот сюда. Вот такие вот дела. А, кстати, насчет сервера. А, точно еще не знаю, но вроде как здесь хотят сделать PvP. Я, кстати, не знаю, будут они соединяться точно так же, то есть будет ли возможность переходить сервер на сервер, но здесь хотят сделать именно PvP, как я понял. Вот такие вот делишки. Так, погнали. Что есть у нас? Кластерная граната. Путешествие на другой сервер. Вот, пожалуйста, 28 из 50. Вот такие вот дела. Быстрый переход. Я очень на это надеюсь. Так сказать, вот в реальном времени. Переходим. То есть это когда у меня все моды уже скачаны и так далее. В реальном времени переход занимает времени очень мало. Поэтому как бы с этим проблем как таковой нету. Такая спокойная музычка. Я пока чай попью. Я просто хочу вам показать, сколько это времени занимает переход сервера на сервер. Загружаются уже, как видите, части карты Рагнарог. И все. Сколько? С полминуты это все у меня заняло? Не больше? Ну, такие вот дела. Спам выжившего. О, а вот уже здесь прогрузка занимает времени нехило. Ну как, сравнительно нехило. Вот, а здесь уже ясная погода и такая музычка прям подстать такой погоде. Ух, красота. А, как видите, у меня левел какой у меня и был. Еда, вода, все полностью. Остается только собирать. Ну, конечно, на пляже FPS проседает, так как здесь полный капздец, и каждый умалишенный и не только считает, что он может вот так вот и поставить, и все. В общем, зачем шкаф ставить, я не знаю, конечно. О, чувак, кстати, какого-то левела. О, 4-го левела, он просто сюда пришел. Понятно. Ладно, погнали, погнали, потихонечку собирать, сейчас будем ресурсы искать там. Ну, кстати, карта прогрузилась, уже стало легче. Вот, потихонечку будем играть и развиваться. Сезон я уже буду заканчивать на Рагнароке. Аллазаур! Вот, и уже, то есть чисто здесь чисто дефолтные мобы на динозавры, то есть все по дефолту, без лишних заморок. 135 левел, нехило, притомить было бы неплохо, но было бы чем. Да уж, вот на Рагнароке, как я понял, с деревом вообще проблем нет на начальном этапе, с соломой вся проблема будет. Так, и что я могу создать? Конечно же, драные инструменты. Драные беспонтовые инструменты. Блин, кремень нету, ёпростым. Да уж, когда-нибудь на 90-м левеле добывали ресурсы каменной киркой и топором? Я, честно, нет, не помню. Я всегда, если что не так, приходил на базу, и там были хоть какие-то ресурсы. Хотя, возможно, и добывал. Это были в те моменты, когда меня там зарыдили, и я такой, ладно, окей, и начинаю по новой. Уж. В общем, будет в этом сезоне, ну, продолжение сезона, и посмотрим, и замок красивый обязательно. Обязательно я хочу замок посмотреть. Посмотрим грифонов. Не знаю, получится, не получится притомить грифонов. Но если кто-то подарит грифоны, я обязательно на нем полетаю. Кстати, я хотел вам предъяву сказать.
всем вам, моим подписчикам, хотел сказать про дьявол. Почему это вы мне не сообщили то, что у меня нету 179-го выпуска? Да. Между прочим, я сегодня в ВКшечку сидел, закидывал все выпуски свои по очереди, и там 179-го выпуска нет. Я просто его пропустил, мне 178, сразу 180. Если не ошибаюсь, 179. В общем, какой-то у меня выпуск у меня потерянный. Это, кстати, можно в ВКшке легко отследить. Я сейчас буду стараться все выпуски по арку добавлять в ВК видео. Конечно, самостоятельно, куда деваться. Вот. Добавлять видео и уже, соответственно, на главную страничку. Вот такие вот дела. А там уже, ну, там уже можете и через ВК смотреть. Ну, суть в том, что даже если вы будете через ВК смотреть, просмотр будет на Ютубе щелкаться, так как он просто будет подгружать с Ютуба все это дело. А че, че, я так как будто бы застрял. Трба. Трба. Я просто, у кого-то, короче, с глазомером полная жопа. Как я понял. Ну ладненько. Ой, ё-моё. В общем, начальное развитие — это полный кобздюнь. Ну, я думаю, больше проблем будет именно с поиском места, где строиться. Так как я еще не знаю, где, что, когда, зачем. Ну, точно могу сказать, не здесь. Это полный кобздюнь. Здесь все застроено. Хламьем и не только, поэтому как бы смысла в этом нету. Угу. Томятся необычным способом, так что летуна у меня пока что не будет. Да. А, там шалозавр, ё-моё. Короче, что тут место такое, не такое уж и безопасное. Там Рекс, Аргентавис и так далее. Чё-то, короче, место мутное, явно мутное. Но я хочу сюда пробежать, посмотреть еще какое-то новое. Это новый скелетон. Здесь, походу, дело пещера. Угу. Пещера. Реально пещера. Что-то я очкую туда заходить. А то если это не просто тупо пещера, а пещера со всеми этими динозаврами и так далее. А вон килка где-то там наверху суется. С динозаврами, с пауками, ортоплеврой и так далее. Это, конечно, мне явно не оно будет. Поэтому я лучше туда не пойду. Вот когда уже у меня будет дом, и я не буду бояться просрать все свои ресурсы, нагло добытые, да уж, ну и ресурсы. В общем, ну все равно ресурсы какие-никакие, то тогда уже можно будет попробовать туда сгонять. Да уж. А че это здесь никто не додумался построиться? Стопудово уже можно. Тем более с S+ модом. Ха, шакал, твою мать. Я еще без понятия, как они обзываются, но шакал, он в Африке шакал. Да, гиена, гиена. Да, шакал немножко по-другому выглядит. Да уж. Да уж. А вот за такую фигню нужно уничтожать все постройки. Единственный проход, и он полностью закрытый. Единственный проход — это сейчас получается только в обходную. Обходная — это не очень безопасное говно. Да уж. Реально. Я бы за такую фигню бы просто-напросто, ну, взял бы все постройки, уничтожил бы у человека. Ага. Единственный проход, он же не проход, он просто тупо речка. Отлично. Я бы, честно, вот его постройки бы уже бы прям так хорошенечко бы взорвал. Просто от души, от чистого сердца. Ах, как хорошо, что я не администратор на этом сервере. Я бы уже бы ему все ворота разнес. Джуга какая-то. Джхуга. Злой я и тиран, конечно, но все же это неправильно. Неправильно. Просто, к примеру, то, что я хотел сделать на том сервере, ну, на предыдущем сервере, то есть, ну, также Саваш, но только в предыдущем сервере, там была такая грандиозная задумка, где такой фигни бы даже сроду не было. Вот. Я залезу вообще сюда, нет? Ой, по бороде. Почему сюда залезть не могу, интересно?
Все, переломал ноги. Пошли все вон, пошли все вон. Слушайте, это реально он ублюдок конченый, он просто перекрыл дорогу. Да уж. Надо будет написать. Администрации. Чтобы этот ублюдок хотя бы сделал так, чтобы можно было пройти мимо. Потому что тупо дальше пройти нельзя. Он перекрыл дорогу. Вот конченый чмошник. Смотрите, какой домик прикольный. Так прикольно сделанный. К лучу подбежал просто. Ну и домик увидел. В общем, обошел этот домик. Администрация написала Ольге. А сказала, то есть она у него написала, ему написала ВК, он сказал, что там где-то есть лестница. Ребят, если вы видели лестницу, вот прям напишите в комментариях. На такой-то минуте, на такой-то секунде. Вот там стояла лестница, ты ее проморгал. Вот честно, вот. Спасибо вам скажу, если это так оно есть. Потому что я там ни черта не нашел. Я попытался пройти рядом, там где, помните, я пытался запрыгнуть рядом с воротами, но у меня не получилось. Попытался пройти рядом, я запрыгнул туда. Рикт. Вот, но в итоге по бороде. Я там дальше дошел до домика и все, я дальше только сваливался вниз. И дальше никак. Да уж, так что по бороде, короче, получилось. И не получилось. Перерученный или нет, короче, не буду я проверять, даже близко не хочу проверять, а вдруг он не прирученный. И говорю, ням-ням-ням, и нет у меня. Ух, погнали. Да уж, куда я бегу, я сам не знаю. Я пытаюсь найти место, где построиться, где хотя бы начать строиться, и хотя бы чтобы был какой-то первоначальный домик. Ну, убегая все дальше и дальше, я думаю, блин, нафига я так далеко-то бегу? Если я сдохну, а я рано или поздно могу сдохнуть, то без кровати я распаднусь где-нибудь в какой-нибудь жопе полной. А здесь, как таковое, добыть кожу что-то не сильно хорошо. На берегу я не додумался добыть, а тут самый дрящевый, это пигмастер. О, додохом. Отлично, ты-то мне и нужна. О, компик. Вы мне все и нужны. Хотя надо было копишки, наверное, сделать лучше. Ну ладно. Так, а что лучше? О, это лучше. Пошли все вон! Ёптель-моптель. Ох, понеслась жара. Так. Эти твари все... Эти твари доху захавали, прикиньте. Ну не козлы. Мелкие говнари. Это жрать хочу вообще-то. Да уж, вот реально ж мелкие говнари, а. Ладно. Суровости выживания, блин, с нуля. Ну, на 90-м левеле это, конечно, весело. Да пошли в жопу, сраные ублюдки. Всех завалю нафиг. Ёб твой ж налево, плюс 4, это их там 5 штук, значит, да? Эти твари, значит, так за мной бегут. Я думал, это другие. Нет, это те же самые. Козлюхи. Козлюхи. Так, ладно, я, конечно, гамму могу включить. Вот это кайф. За что я обожаю Арк, за то, что у него даже на самом дерьмовом графике вот эти вот лучи показываются. Это звездное небо. Так здорово. Эх, так красиво. Такая музыка. Эх. Ну вот и рассвет. А у меня домик на камне. А тут еще и на Рексе кто-то бегает. Да, ничего мне не придумал, кроме как построить домик на камне. Да. Потому что мне эти реально компики уже начали одолевать конкретно. А единственное, куда я смог забраться, так чтобы они не забрались, это вот этот камень. Так как сюда просто так не забежать, а только с разгоном. Вот такие вот дела. Так что да, домик на камне, это здорово. А ну эту фигню я выкинул. Фиг она мне нужна. Иди отсюда. Иди отсюда. Ой. В общем, что? Продолжаем. Продолжаю развиваться. Пока что в дерево.
В планах у меня ступка развиться до да, наркоты создать, господи, лук стрелы, все это сделать именно для того, чтобы глушить уже летуна. А в первую очередь, думаю, лучше оглушать летуна буду, потому что какого-нибудь ползучего ходячего, так сказать, смысла нету, так как здесь я селиться не буду. Во-первых, соседей много, не будем им мешать. Вот, а во-вторых, ну, есть же места интереснее, где-нибудь там на скалах. Вот, кроватики у меня здесь две стоит. Это вот пытался поставить. Здесь у меня долбанные чайки тут лутали, у меня лут тырли и так далее. В общем, в ближайших планах у меня только развитие. Как говорится, не шаг назад, только вперед. Вот, сегодня я еще поразвиваюсь, и сегодня уже снимать не буду, так что следующая серия будет уже на следующий день. Вот, ну а пока что я не вижу смысла что-то вам еще показывать. Обычное первоначальное развитие. А вот в следующей серии будем томить летуна, или я притомлю летуна. И полетаем, посмотрим карту вместе с вами. Почему бы и нет? Ну а на сегодня это уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.